Ава и ее демон. Я проснулся этим утром и понял, что не могу вспомнить, как звучит ее голос. Ее смех проносится эхом у меня в голове, когда я стараюсь его представить. Но это не более чем пустое, невесомое отражение действительности, колеблющееся на краю моей памяти, и попытки вспомнить его лишь приносят боль. Но мой страх забыть ее гораздо более сильный, и поэтому я должен помнить. И в конечном итоге я задаю себе тот же вопрос, что тревожит всех во вселенной. Что мы такого сделали, чтобы заслужить это? Почему я? Стоял корабль, верно? Я не уверен. Может, мы свернули не туда? Я больше не могу выносить это место, Гио. Я думаю, я увядаю. Мэгги, это действительно была она, правда? Это была не галлюцинация, не сон. Все это сотворила Ава? Скажи, ты знала, что твоя подруга способна на такое зверство? Так, во-первых, она не моя подруга. Во-вторых, все, как я и говорила, Ава не способна на что-то хорошее. Хотя, я не представляла, что она может сотворить такой презренный кошмар, как сегодня. Думаю, это была Ава, но в то же время не она. Будто ее поглотил какой-то первобытный хаос. Но как? И почему из всех мест именно здесь? Я еще недавно прекратила спрашивать, почему, Гил. Она на 10 тысяч градусов окутана тайнами. Кажется, я заболеваю. Все, что я знаю, так это то, что нам нужно убираться от нее подальше. Так, ты тоже? Ты такая же, как Ава? Такая же? Что ты подразумеваешь под такая же? Знаешь, все, что я хочу узнать, так ты тоже поглощена первобытно ужасным чем-то или кем-то. Чего? Эти штуки что, улетают отсюда? Богиня, они выглядят как грузовые суда. Наверное, на западе от нас находится порт? Как ты думаешь, мы сможем поймать один из них? Я полагаю, попытка не пытка. Отлично, давай пойдем же! Эй, постой! Ты сказал запад, верно? Смотри, зуб даю, здесь мы сможем срезать путь!